Разбавить рабочую атмосферу креативом – легко, ведь такой подход позволит не только разнообразить будни, а иногда даже способствует созданию нестандартного авторского продукта. Даже самая простая игра в ассоциации – отличный инструмент для развития идей. Метод стимулирует поиск новых решений. Чем больше людей принимают участие, тем проще найти нужную мысль. Детские рисунки, игрушки, фотографии родственников – все это вдохновляет Юлию Марченко на создание авторских композиций. Родители-музыканты с детства прививали певице любовь к искусству. Вот что-то все приблизительно вот так. Можно метроном выключить, конечно, чтобы не мешал. Говорят, что вдохновение любит тишину. Многие классики проводили в одиночестве львиную долю своего времени, но такую позицию разделяют далеко не все. Кому-то наоборот, творить без музы не дано. Вот состояние влюбленности, оно это просто какая-то мощная, невероятная энергетическая сила, которая заставляет что-то делать. У меня много раз было такое, что я могла написать песню на остановке. В такие моменты помогают даже те факторы, которые на первый взгляд должны помешать. Шум бурлящей жизни в городе, наступивший на ногу прохожий, солнечные блики или аромат хвойного дерева. В лесу родилась елочка, теперь на ТРК. Удачу, процветание ведущим принесла. Удачу, процветание ведущим принесла. Быть креативным – значит выходить за рамки запланированного. Именно это главный принцип работы Романа Морозова. Бывший спортсмен, музыкант, а теперь и графический дизайнер. Свои идеи сначала детально пририсовывает в голове, а после – в программе. Правила для того, чтобы их нарушать же. Как бы я считаю, я этим правилом всегда пользуюсь. То есть это всегда успех. Только если ты отступишься где-то, ты можешь сделать что-то интересное. Да. Но все равно есть какие-то вещи, которые нельзя нарушать. Это залог успеха. С наступающим Новым годом Роман поздравил и редакцию «Утро нового дня» видеооткрыткой. На создание такого ролика уходит 6 часов. Вдохновляют Романа на создание такого видеоматериала люди и обстановка вокруг. Рабочую студию оформлял, продумав каждую деталь интерьера. Но самое главное в любом виде творчества – посыл, с которым выполнена работа. Ведь даже простой рисунок, написанный с любовью, способен тронуть до глубины души. Ольга Гусева, Сергей Козырь. Утро нового дня.